Девчонки, всем привет! Сегодня я покажу, как я готовлю пирог с фруктами. По такому же практически рецепту я делаю пирог и с яблоками, шарлотка, он у меня уже есть на канале. А сегодня у меня вместо яблок будут вот такие вот большие перкоки и персики. Вот это персик, это перкоки. Готовить легко и просто, в результате получится нежнейший бисквит с фруктами. Так что поехали!